Магистральный газопровод «Парабель-Кузбасс», построенный еще в прошлом веке, дал толчок для развития промышленности региона. Это был прорыв в экономике. Передовые технологии используют и сегодня. За поставкой голубого топлива следят системы автоматики и электрометрии. Реконструируются производственные объекты. 3 года назад был проведен капитальный ремонт газопровода. Можно сказать, что он получил второе рождение. Решая важные производственные задачи на предприятии, не забывают и о социальной ответственности. В плотном графике сотрудников кемеровского филиала «Газпром-Трансгаз» Томск. Есть время на спортивные победы, всем коллективам сдают кровь во имя жизни других. Участвуют в фестивалях, конкурсах и занимаются благотворительностью, помогая детским домам и учреждениям образования. Предприятию, хорошему предприятию и не быть социально ориентированным, ну, это сегодня неправильная позиция. Поэтому мы все возможное делаем именно в этом направлении. Стремиться к лучшему и быть примером для других – многолетняя традиция компании «Газпром-Трансгаз Томск». Андрей Свиридов, Сергей Шилов, «Вести Кузбасс», Кемерово.